часто в деревне пропадали животные, позже уже начали пропадать и люди. В их доме по ночам слышались крики, стоны, как человеческие, так и крики животных. Я не так уж давно вышел с дороги, связь еще пока что есть. Чем ближе к этой деревне, связь будет пропадать. Итак, друзья, сейчас расскажу небольшую предысторию. Ей поделился со мной мой знакомый охотник. Он приезжал к бабушке в заброшенную деревню, куда я сейчас направляюсь. Там остался один лишь жилой дом. Вот. В этой деревне жило два человека, два колдуна, это муж и жена. И они разводили пчел. Собирали мед, также собирали воск, и из этого воска делали свечи и продавали их, не знаю, продавали или что они там делали. В общем, колдуньи, колдуны со всех ближайших деревень приезжали к ним за этими свечами. В общем, вот эти люди, они были просто помешаны на пчелах, как бы, ну, что тут такого, любили свое дело, они не могли иметь своих детей, поэтому для них пчелы это были как дети. Вот, в принципе, здесь ничего такого нету уж сверхъестественного, да. Но дело в том, что когда эти колдуны умирали, никто не мог подойти к их дому. Это примерно длилось дня три, и пчелы просто облепили весь дом. Просто вот так, как рассказывали мне, просто весь облепили дом. И вот эти все три дня вот слышались там крики, стоны. История еще загадочна тем, то что как бы ходили слухи о этих колдунах, которые разводили пчел, то что часто в деревне пропадали животные, позже уже начали пропадать и люди, и то что в их доме по ночам слышались крики, стоны, как человеческие, так и крики животных. Что они там делали, никто не знает, потому что никто не осмеливался к ним подходить. Все боялись. Во-первых, там было очень много пчел возле их дома летало, и поэтому никто не осмеливался к ним подойти из-за пчел, да и знали, что они занимались черной магией, поэтому как бы, ну, не рисковали люди туда подходить и вмешиваться вообще во что-либо. Вот. И после их смерти возле этого дома продолжали постоянно летать пчелы. И как мне рассказывает охотник, то что до сих пор там живут пчелы. Также, проходя мимо этого дома, они часто слышат вот эти крики животных и человеческие крики. Не знаю, друзья, насколько это все правда, но сегодня я выясню. Я не брал с собой ЭГФ, я даже не взял с собой штатив, потому что это как бы чисто хочу проверить это место на паранормальное. На самом деле, то, что рассказывают, там происходит. Сказали с низкой крыши, но как мне на фотку показали вот этот дом. Погода очень пасмурная. Так, я захожу в дом. Сейчас экранчик. Да, тут полная разруха. О, блин.
О. Собака, надеюсь, залаяла. Волки вроде не лают. Там кладовая. О, блин, еще. Это жесть. Это ветер, что ли, такой? Вижу, что там. Тут здесь тоже. Ходить не сильно безопасно. Дом вот-вот рухнет. Поэтому буду предельно аккуратен. Как-то странно получается. Первый слой полов. Что это такое, не понимаю? Шипит. Смотрите, первый слой полов, который у меня стою. Диван. Потом второй слой. И уже под вторым слоем полов, типа подвал. Блин, туда что-то лезть не стрёмно. Боюсь, завалит. Странная фигня. А, это протез получается для ноги или руки, не, ноги. Воу. Вот ребята, походу, и они. Что-то мне вот реально всегда жутко на фотографии смотреть.
члены сота. И зеркало. И как без него? Оно какое-то темное. Свет так и хочет упасть. Он еще походу упадет. Она будет в руке его носить. Меня интересует, почему там двойные полы. Можно, в принципе, попробовать спустить туда камеру вниз. Что, наверное, я сейчас и сделаю. У меня есть ремешок от камеры. Вот это жесть сейчас. Я подумал, откуда под полом свет светится. Вот видите? Вот там внизу. Сейчас, ну-ка, если свет вырубить. Так, ладно, сейчас, друзья, я прицеплю камеру и отправлю ее под пол. Посмотрим, что там. Так, друзья, так как я вторую камеру не взял, снимаю сейчас на мобилу. Так, вот. Короче, сделал такой агрегат, который мне пойдет в подвал. Главное, чтобы он не шатался так. Видео я просмотрю позже, потому что все равно у меня такая разведка здесь. Я даже с собой не брал ДГФ, не брал с собой штативы, не брал с собой свисток. И вторую камеру, которая у меня на вспышку в основном. Шаги.
принципе, я не знаю. Попробовать со свистком. Здесь можно будет в следующий раз. Главное, что теперь я знаю, где этот дом. Нет, реально шаги по улице. По снегу. Жестко. Я так и знал. Сейчас, минутку, блядь. У меня свет на соблях висел. Сейчас я быстро закруплю свет. Это реально шаги были по улице. Не знаю, то ли мне уже все показалось сейчас бы. Жужжание пчел, я не знаю, слышно было или нет. Капец. Непогодка. За нафиг. Что это за круг такой? Там, главное, ничего не выпрыгнул оттуда. Бля! Что это такое сейчас было? Какой-то вроде. А, это соты. Еще потому, что из-за морда такая. Улья. Бля. Этому свету не видеть.
Фу, блин, это что такое? Тут какой-то зверек дохлый, походу. Не, ну вот это... Это, конечно, жесть. Так, на фонаре как-то вытянуть. Фух. Сейчас подержу камеру. Да что сегодня такое? Мне пугает всякая фигня, блин. Нафиг, интересно, вот туда повесили. Так, надо свет опять прикрепить. Надо включить этот фонарь. Так. На всякий случай я его снимать не буду. Мало ли опять это, что с этим случится. Там, походу, что-то обвалилось, либо... Не знаю, слышно было или нет, но за этой стенкой был звук. То ли мяуканье, то ли стон. Изначально был звук. Изначально звук был в доме. Блин, я не свечу. Я не знаю, как этот свет прикрепить. В руке его как-то таскать тоже не очень неудобно. А, вот в чем дело. В общем, у него специальный замок. Не знаю, видно вам будет или нет. Там такой специальный типа ключ. Круглый. Похож на гаечный.
Там будто бы стая собак скулит. Ну или стая волков. Конечно, вот этот гроб, или как это, ящик меня, конечно, напугал. Реально, особенно то, что внутри вот этот улей, это вообще жесть. Сейчас свет больше сделаю. А, это, конечно, жесть. Сейчас. Кто ты? Это явно никакой не зверь. Кто ты? Если ты меня слышишь, стукни один раз. Как мне туда пробраться, интересно? Дверь закрыта. Если попробовать через чердак. О, чтобы опять свет не упал вместе с камерой. Да, тут, конечно, фиг. Тут слишком много сена. Я чувствую пуху точно. Опа. Тут такой чердак. Такие палки. Что там?
знаю, я можно как-нибудь вытянуть. Не, их не вытянуть точно. Они походу целые и до конца идут. Через такую дырку я тоже не вижу. Хотя фиг знает. Ну, возможно. Сначала опущу туда камеру. Я попробую. Сейчас. Все-таки попробую я сейчас залезть. Да, это получится. Блин. Сейчас, вот, друзья. Оп. Ну, чтобы страшнее всего в таких ситуациях, что тебя кто-нибудь потащит за ногу. Кажется, застрял. Я не чувствую дна. Рюкзак нужно было сначала снять. После этих гробов и что надо сгумиться. Так, рюкзак, ладно, оставлю тут. Тут думаю, что-то мне сложно лезть. Опа, опа. На что-то встал. Вот так. Сейчас продолжу дальше. Главное, чтобы свет не упал, свет не упади только. Охереть. Ребят, это вам точно надо увидеть. Сейчас. Это что такое? Это цепи понятно, а вот для чего они тут? Для собаки, я думаю. Но вряд ли это не похоже на собачью будку.
ощущение, как будто здесь кого-то держали. В плену или еще. Ну, только зачем вот сверху цепи? Здесь запах. Запах то ли бензином. Что-то это канистры. Он выходил и сходил с этой комнаты. Вернее, с этого сарая. На СГФ по-любому, потому что так я ничего не вижу. Ну нафиг я отсюда кручу. Вот это вы точно должны были слышать. То ли за стенкой этого сарая, то ли в этом углу. Главное, чтобы свет не было опять. Если что, этот... Так, все, надо вылезать из этого.
Здесь реально нужен красный фильтр. Вспышка и ЭГФ. Сейчас, друзья, один из света включу. Попробуем. Пока сейчас так, если еще раз упадет, то его залеплю. Еще лучший вариант. Пора сюда. Вот это все. А, бля. Реально сейчас самое страшное. Самое страшное вылезать и осознавать то, что кто-то тебя может схватить за ноги. Наступил. Что это? Провод. Я зацепился. Опа. Реально зацепился. Нет, мне так не вылезти. Да ну нафиг, как будто кто-то держит. Не, нафиг, надо побыстрее свалился. Неприятно, реально. Надеюсь, сюда приду. Ужас ЭГФ. Вот это собаки, походу, лают. Ну, чтобы они меня в лесу не встретили. Да не, ладно, еще собаки. Если меня встретят волки, то это будет жесть. Если вам понравилась эта заброшка, если вы хотите, чтобы я сюда пришел с ЭГФ, со свистком, ну, на всякий случай я возьму все-таки свисток, ЭГФ, свисток, камеру, да,
вспышку. Плюс можно поставить ее с красным фильтром, камеру вторую в сарае, а с одной пока ходить по дому. В принципе, можно и так сделать. Если вы хотите это, ставьте лайк, чтобы я видел, что реально нужно сюда снова идти в такую даль по лесу, обратно возвращаться ночью по лесу опять. И пишите в комментариях, напишите обязательно в комментариях, что да, вы хотите, чтобы я сюда вернулся. Такое ощущение, реально, как будто кто-то ходит. Все, друзья, отправляюсь в путь. Если что-то будет интересное, я включусь, я, наверное, камеру в руках все-таки понесу. Вот. В следующий раз крепко-крепко замотаю свет, потому что у меня, видно, там разъем сломался, поэтому свет выпадает. Все, друзья. Если не включусь, то до скорых встреч.